шарили дикс, я не могу сказать. Потому что... это как, я имею в виду, тарелка. Ну, и... правильно. Тарелка. Так, 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 она круг... какая? Как тарелка или как? Ну, я о Луне ничего не могу сказать, потому что в Библии я даже не нашел. Луна, Луна, она не... диаметром как Солнце. Вот так вот. Диаметр у нее какой? Не знаю. Да, вот тут все мы сейчас откроем. Ну это здание, я знаю, там вот миллионы смотри. Километров, это я все это вот. Слышал. Это... Почему она полная была, потом совсем нету, а потом только диск? Как узнать? А вот смотри, она идет вокруг Земли, гляди внимательно, на одинаковом расстоянии, она сюда приходит. Теперь, вот она здесь, Луна. Мы находимся здесь. Солнце падает с одной стороны. Солнце-то намного дальше, миллионы километров. Это лучи Солнца падают. А Земля-то от Луны-то там 185, кажется, тысяч. Вот оно где, гляди, 250 с чем-то. И вот она ее освещает, вот когда она здесь находится, этот шар. Она шар. Я понял это все. Я это учил. Я тоже когда-то этому всему верил. Так, ты посмотри, вот это она падает, освещает вот эту, она, солнце-то разницы нет освещать. Вот здесь она шар, и она вот эту половину освещает. Вот здесь она освещает, половину взять, вот эту только, лучи-то солнца идут. Если она вот здесь находится, луна, вот здесь, она освещает, конечно, эту сторону только. Там вот полная луна. Вот сюда вот она освещает только половину, мы видим вот этот диск. Вот этот закрытый, вот закрытый, он ну, ниже, а этот мы видим, вот да. Половина Луны. Здесь ничего нету, здесь тоже половина Луны. Понял. Сколько километров они говорят? 150 миллионов до Солнца, да? Ну, давай посмотрим сейчас, это легко сказать, давай. Чтобы не ошибиться. Да, давайте науку, сейчас. Как они говорят. Брат, закройте штурки, пожалуйста. Так, Солнце. Солнце, Википедия. Так. Ну это так на этом. Это если было хотя бы масштаб. Как мелко. Я сейчас ее выведу сюда, чтобы легче было просчитать. В Word в один поставлю. Смотри. Вот так. А кто вам об этом-то сказал-то? А мы с вами 2 года назад, я вам задавал этот вопрос. Нет, еще было солнце, тишина. Среднее расстояние от Земли. Ну. Вот она считается. Сколько это? Ну, 150 миллионов. Ну, вот 150, 10, или... 8 степени. Так, а сколько это... радиус Солнца? Они видимая говорят? Звездная величина, средняя горизонтальная, абсолютная звездная величина, спектральный класс, расстояние, периоды, физическая, экваториальная поверхности. Так, да хочу они тут у меня так. Там же много написано было, а тут-то куда делось? Единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца образуются другие объекты этой системы. Планеты, их спутники, карликовые планеты, спутники. Масса Солнца составляет 99,86% от суммарной массы всей Солнечной системы. С какой точностью? Да, солнечное излучение поддерживает жизнь на Земле. Свет необходим для начальных стадий фотосинтеза. Определяет климат. Состоит из водорода 73%, от массы 92%. Диаметр есть? Диаметр Солнца. Гелия, да. Других элементов. На 1 миллион атомов водорода приходится 98 тысяч атомов гелия. Сколько? Ну, теперь это все просто делается. Средняя плотность Солнца такая-то. Солнце относится к типу, поэтому Солнце светит почти белым светом. Но прямой свет Солнца, поверхность нашей планеты, приобретает некоторый желтый оттенок из-за более сильного рассеяния и поглощения. Земля при ясном небе вместе с голубым рассеянным светом от неба, солнечный свет вновь дает белое освещение. Сколько путь, Млечный Путь насчитывает свыше 100 миллиардов звезд. Средняя удаленность Солнца от Земли 1,496 10 километров приблизительно, равна астрономической единице. Ну, можно даже на... Ну, ну, не надо, не надо, не надо. Давайте диаметр Солнца есть тут? А? Диаметр Солнца есть? Ну, сейчас должно быть обязательно больше полградуса. На расстоянии 26 световых лет от центра Млечного Пути. Вращается, делая один оборот. Орбитальная скорость Солнца равна 217 километров в секунду. Оно проходит один световой год за 1400 земных лет, а одну астрономическую единицу за 8 земных суток. В настоящее время Солнце находится в внутреннем крае рукава Ориона. Это все уже узнали. Рассеянность самый близкий. И звезд поддержащих. Что-то больше не вижу я. Ладно. Ну-ка. Но там тоже миллионы. Они померили, они взвесили Солнце, да, миллионы. Диаметр. Ну Солнце, вот Солнце, да? Да. Но Земля, если взять в масштабах,
Земля будет вот такая. Посмотрите, видите? Вот такая будет Земля. Приблизительно, да, примерно так. Так. Примерно, да, так. Оно светит. Страшным светом, большим светит. Видите? Угу. Оно светит, да? Да. Так. Есть какой-то хотя бы шарик маленький. Вот у нас лампочка есть. Если бы это правильно было, у нас не было бы ночи на Земле вообще. У нас бы не было ночи, потому что она бы освещала все полностью, все. Если так, смотрите, луч идет от Солнца прямо вот. Вот у нас, как вы рисовали, вот так и я рисую. Вот так, да, идут, да, да, лучи, да? Почему, когда мы смотрим на небо, вот когда особенно, ну, тучи там есть, и просачиваются лучи, и мы видим, что вот так, вот, например, листуча, вот так вот рассеивается. Как так может быть, если такие миллионы километров и такое расстояние? Как лучи, что с лучами делается? Вот это кто объяснит? Они преламниваются там, что это можно придумать, все. Это может быть в одном состоянии только, в одном случае, когда Солнце недалеко от Земли, и оно рассеивается, и освещает, и все. Не рассеивается, сгорело бы все. Сгорело бы все. Понимаешь, что такое, вот когда вот положим шар, на, да, поверхности, почему? С поверхности Солнца ежесекундно отрывается тепло, достаточно растопить, да, лед вокруг земного шара толщиной в один, ну, километр. От Хаттабыча? В один километр. Блин, вот какое еще дело. Так, смотри, вот, кажется, дальше-то мы не посмотрели. Дальше-то идет. Мне не удалось. Я, то где ты получил? Ну, давайте, да, я могу просто... Теперь мы сейчас посмотрим, еще добавим к этому. Вот. Давайте я объясню вам, почему, когда 2 года назад вы мне отвечали, вы же помните это? Не помню. Сейчас подожди, мы это откроем маленько. Видеоролик есть. Я тут отвлекаюсь, могу прослушать. Вот зона лучистого переноса, тут и про... Вам нужно найти, что ты просишь. Протон, атомного, солнечное ядро, строение Солнца, внутренняя масса Солнца, планетарная туманность. Ну, и сколько, сколько всего про Солнце-то известно. Ну мы-то еще это разве знаем? И это. Смотри тогда, что тут нужно. Брат, у меня просьба не выставляй это. Вот это что снимать? У меня просьба то, что снимает, не выставлять. Так, или, так. Если вы хотите, чтобы полностью... Не надо ничего, пусть не снимает. Чтобы я полностью открыл, да, вопрос? Да, 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 не буду, тогда... ничего не надо. За... Ну просто, ну, я не хочу спорить, да, я не люблю спорить. Хорошо. Молодая звезда, насколько сфера...